Привет всем! С вами Никита и Саша. Сегодня мы будем делать лежун и пенопластами. А этого нам понадобится маркер, шарики пенопласта, клей ПВА-2, препарат натрия. Вот какие шарики пенопласта, мелкие-мелкие. Их можно вытащить из любой игрушки. Да? Или подушечки бывают такие мягкие-мягкие, где шарики. Выливаем в стаканчик или в мисочку, весь клей ПВА. У нас нет красителя, мы будем использовать маркер вот такой вот желтенький. Краситель почему-то не раскрасил клей ПВА, и он по-прежнему остался белый. И по чуть-чуть высыпаем шарики. И добавляем капельку натрия тетраборат. И моя добавляет. Наш лизун загустел, и теперь уже можно вытащить его руками. Попробуем? Да. Оп. Так. Сейчас мы его еще хорошенько разомнем. Смотрите, он немножечко позеленел у нас уже. Ребята, у нас очень крутой лизун получился. Ну, чтобы он не был слишком липким, мы смочим его водой и содой. Вот такой лизун у нас получился. Он получился очень классный, мягкий. Внутри него шарики. Приятный очень на ощупь получился. Ребят, я очень доволен результатом. Ура, еще один лизун у нас получился. Подписывайтесь на мой канал, я вам покажу еще много лизунов. Ставьте лайки, всем пока. Я снимаю в YouTube.